дар Творца, Создателя, он в том ведь и заключается, что мы сами даем смысл своей жизни. Да. Бог нам не дает смысла жизни. Он просто вкладывает потенциал. Мы пришли сюда с потенциалом. Мы очень многомерные, очень многогранные, а тело у нас одно. И каждое мгновение, или когда наступает момент, проявляется то один, то другой, то третий аспект. Вот так. Итак, дорогие мои, как вы можете помочь себе, когда у вас начал четко в сознании проявляться аспект гусеницы, находящейся в коконе, где идет процесс трансформации, нейтрализации, растворения материи, превращения ее в субстанцию, которую вы ощущаете как желе, растекающееся. Вот. И в этот момент помочь вы себе можете. Первое. Если есть возможность дать себе полежать, но убрав все мысли жалости. Второе. Поблагодарить это состояние, этот аспект. Я очень тебе благодарен, что ты проявился вот этим ощущением безволия, бессилия. Благодарен за то, что ты мне, человеку, помог понять и осознать, что я-то целая, я-то здоровая, я полная энергии и сил. И ты проявился во мне только потому, что во мне света прибавилось. Это раз. И еще проявился во мне не для того, чтобы меня гнобить и превращать в ничто. Нет. А для того, чтобы я